غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Праздник Ураза-Байрам принято начинать с праздничной молитвы. В Сочи центром торжеств стал Парк Победы в Хосте. Здесь собрались сотни верующих. Праздник Ураза-Байрам – один из самых главных религиозных у мусульман. Он знаменует окончание месяца Рамадан. Все это время верующие мусульмане соблюдали строгий пост. Сегодня – день разговения. В Сочи у нас есть молебельная мечеть. Как бы мы свободно молимся, свободно поклоняемся, свободно держим свою религию. Это очень прекрасно, сильное благо, которое редко можно в других даже государствах где видеть. Это очень приятно. После намаза мусульмане обычно накрывают праздничный стол. В Ураза-Байрам также принято помогать бедным, дарить друг другу подарки, просить прощения и посещать кладбище.